Благодаря видовому многообразию длина акул очень различается, мелкие донные едва достигают 20 сантиметров, а китовая акула вырастает до 20 метров и имеет вес 34 тонны, а это масса среднего кашалота. Скелет акулы не имеет костей и состоит только из хрящевой ткани. Обтекаемое тело покрыто чешуей с выраженными рельефными выступами, прочность которых не уступает зубам, в связи с чем чешуя акулы получила название «кожные зубчики». Сердце акулы поддерживает слишком слабое кровяное давление, поэтому для стимуляции кровотока рыба должна как можно чаще находиться в движении, помогая сердцу непрерывными мышечными сокращениями. Хотя некоторые виды акул прекрасно себя чувствуют, лежа на дне, прокачивая воду сквозь жабры. У акулы отсутствует плавательный пузырь, который имеют все костные рыбы. Поэтому плавучесть акулы обеспечивает гигантская печень, составляющая почти треть от массы тела хищной рыбы, а также низкая плотность хрящевой ткани и плавники. Так что же это за страшные и беспощадные монстры, и являются ли они таковыми, вы узнаете в этом ролике. Поехали! Желудок акулы очень эластичный, благодаря чему может вмещать большое количество еды. Для переваривания пищи концентрации соляной кислоты в желудочном соке бывает недостаточно, и тогда акулы выворачивают желудок наизнанку, освобождая от непереваренных излишков. Акулы обладают отличным зрением, превышающим остроту человеческого в 10 раз. Слух представлен внутренним ухом и улавливает низкие частоты и инфразвуки, а кроме того обеспечивает хищным рыбам функцию равновесия. Акулы обладают редкостным обонянием и могут учуять запахи, доносящиеся по воздуху и по воде. Запах крови хищники улавливают в соотношении 1 к миллиону, что сравнимо с чайной ложкой, разведенной в плавательном бассейне. Скорость акулы, как правило, не превышает 5-8 км в час, хотя, почуяв добычу, хищник может ускориться почти до 20 км в час. Белая же акула и акула мака рассекают толщу воды со скоростью до 50 км в час. Средняя продолжительность жизни акулы не больше 30 лет, но китовые и полярные акулы могут прожить больше 100 лет. Зубы акулы длинные, острые, в форме конуса, ими она с легкостью вспарывает плоть жертвы. Представители семейства серых акул наделены плоскими и острыми зубами, что позволяет им разрывать на части мясо крупной добычи. Белая акула охотится на ушастых тюленей, морских слонов и китообразных млекопитающих, тигровая акула глотает все подряд. You're all
протяжении веков акул истребляют самым рациональным и кощунственным образом ради плавников, которые составляют всего лишь 4% от массы тела. А туши оставляют гнить на земле или выбрасывают в океан. Третья часть видов акул находится на грани исчезновения только по вине человека. Невзирая на то, что мясо акулы имеет свойство накапливать ртуть, многих это не останавливает. Оно и по сей день используется как деликатесное. В культуре Китая акулы, а точнее их части, играют особую роль. Суп из акульих плавников – признанный деликатес и предлагается самым почетным гостям. А сушеные акульи плавники считаются афродизиаком. Культура японцев выставляет акул страшными монстрами, уносящими души грешников. Бытующее поверье о том, что акулий хрящ является панацеей от онкологических заболеваний, не имеет научных подтверждений. Более того, ученые развеяли миф, что акулы имеют иммунитет к раку. У многих рыб были найдены злокачественные опухоли разных систем и органов. Но это не останавливает людей. В длинной пищевой цепочке, которая начинается с микроорганизмов и заканчивается высшими организмами, акула является абсолютным хищником, нуждающимся в защите от варварского отношения людей. Многие виды уже стоят на грани исчезновения. Нужно знать, что акулы выступают в роли регулятора численности живых организмов, обитающих в морских глубинах. Акулы уничтожают слабых и больных особей, благодаря чему распространение инфекций в определенной популяции вида уменьшается в разы. Таким образом, акулы, выедая определенное количество животных или рыб, влияют на естественный баланс популяций. Они по праву заслуживают уважения и бережного отношения к себе всего человечества. Ведь они являются естественными природными санитарами мирового океана и планеты в целом. Друзья, если вам было интересно и в дальнейшем вы хотите больше подобных роликов, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, делитесь комментариями, делитесь этим видео, поддержите нас вашими щедрыми лайками. Благодарим за просмотр, мы для вас очень старались. Ваш канал, очевидное невероятное. Спасибо и до новых встреч. Пока.